Красоты Сирии, которая сейчас охвачена беспорядками, можно спокойно посмотреть в Казани, в галерее современного искусства Государственного музея. Там открылась фотовыставка, посвященная колыбели мировых цивилизаций и религий. На снимках вы не увидите кровавых сцен, которые сейчас в изобилии на телеэкранах. Только древние замки, мечети и восхитительной красоты природа. Много авторов есть. Есть более чем 5. Есть где-то 15 фотографий, это моя работа. Есть профессор из Сирии, тоже нам отправил много фоток. Из Министерства культуры в Сирии нам тоже много фоток отправили.